И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Мага и Даша, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас хоррор. Всем привет. Всем привет. Ну что, давайте начинать. Это мы на корабле находимся, здесь очень что-то страшно. Кто знает английский, попереводите, пожалуйста. Не использовать оружие, крашнить. Не использовать ноуклип. Крашнится карта, если использовать пишешь оружие. Вот эти команды вести и что-то еще. А, и что-то не закрывайте двери. Не пробуйте закрывать двери ноуклипом. Так что, прописать эти команды? Они уже прописаны. А, все, это понял. Ну что, по правилам мы знаем, пошли. Класс, смотрите, здесь корабль прям. О, я рулевым буду. Мы в лодке, да? Я Е нажимать, что-то может там понажимать здесь? О, это пошло, кто? Пошло, ну Даш, переводи. Майк. Я не знаю. Что-то через рацию. А, этот, будь осторожны. Мы на корабле застряли посреди моря. Ребята, это класс. А, мы в море, да. А, мы возле большого корабля, он говорит. Вот сюда, наверное, надо. По лесенке. Ну, давай еще тут обследуемся, подожди. Да, давайте. Может, тут еще что-то надо понажимать? А мы сейчас пропустим все. Тут ничего. Все спокойно. В Багдаде все спокойно. А чё мы застряли? Не застряли, надо сюда наверх подниматься. А чё? А, мы, наверное... Давай, идёмте, я вам покажу. Идёмте все сюда. Нет, не сюда. Там ящики закрыты. Так, где у нас крипты? Где чё? Давайте нам пугать сильно. Такара. О, вот нам сюда. Так какого? Только сказала, бочкой по морде вписала. Так, я испугался чуть-чуть. Нежданчик. Вы идёте? Дэдпулы. Да. У нас сегодня 3 Дэдпула. Ребята, я тоже Дэдпул. В конце я камеру поставлю, посмотрите. Во! Гром, прими, земля трясется. Это Дэдпул к нам несется. Ты чё на В пролетаешь? У меня ящиков нет. Значит, разработчик обманул. Что крашнется? Там он сказал, крашнется этот, если будет. Ах ты ёб! Он ещё раз не выскочит? Да я не знаю! Так, вот это естественный мой испуг. А создай... Тихо. Доски давай. Хрустят подо мной, слышите? Как мы упали в воду! Я с вами, братья мои. Давай, падай. А, все, спрыгнули. Ребята, давайте изучать, что здесь. Опа, что-то говорят нам. Сейчас стример опять будет. Стример, да. Стример, да. Ух ты, Даша, ты была права, ну что такое? Ребята, классная карта хоррор. Если вам нравятся такие карты, ставьте лайкосик. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, чуть не забыл пожелать. Вы идете за мной? Идемте вместе, я боюсь один. Даша, иди ты вперед, идите вы вперед, я сзади. Не. Я скримеры не хочу ловить сегодня. Не, уже поймал парочку, теперь ваша очередь. На, кто-то головой об стенку. На, видел, паук пробежал. Он прям передо мной. Да он мимо пробежал, видно, по хлеб пошел. Не знаю, куда ты пошел. Маску за хлебом отправила. Заглядывайте в уголки, может какой-то ключ или что-то будет, монтировка или рычаг. Так, сюда сделано. Это паук, да, был? А это из Half-Life? Да, здоровенный такой кабан. Ой, фу, хотел сказать, кто-то стоит. Да это ты уже стоишь. Я уже всего боюсь здесь, ребята. Так, давайте изучим, потому что что-то мы пропустим. Вот, там сюда идем. Да, вот сюда, о. Сейчас тут скример будет. Не, когда надо выходить будем, скример будет. Да. А, нет. Это нормально. Это очень... Давай сюда. Покусал. Я думаю, вы меня... Нет, тут потеряли. Ничего. Все нормально. Очень темная карта. Вы так вместе упали лихо, вы столкнулись в воздухе. Я это видел. У нас это хоррор-карта веселья называется. Да, не, меня когда резко пугает, я потом начинаю смеяться. Это наш защитный инстинкт такой. Да. Так, ну идемте дальше. Классно, да, атмосфера? Дождь идет посреди корабля. Такого еще не было в Гаррис Моде ни разу. Еще и ночью. Да, еще и ночью. А ночной режим работает? Работает ночной режим. О, круто. Крутецкий. Ну я выключу его. На М? Н английская. На Н, да. Николай Соболев. Н. Да. Николай Соболев страйкинул. Давайте сюда. Да, за использование его имени в роликах. Это даже смешно.
правильно. Надо нажимать на вот эти штучки Е, нажимайте на всякие механизмы, может что-то сработает. Так бывает. В этих хоррор-картах. Кто-то топает. Кто-то топает. Это у кого-то живот бурчит. Сейчас прибежит вам большой пручара. Я еще здесь посмотрю все. Так, вроде бы все четко, да? Так, оттуда пришли. Где я? Идем, идем, покажи, где там челик. Челипиздрик сидит, где? Чувак! Я не буду. Чувак! Ах ты! Идить, молотить! И три прихлопа. Ох и челик стрёмный. Тебя зачем ты пришел? Подожди, может мы здесь ничего не... Да, давай, два обыщем здесь. А ну, бочки на Е нажимаются, не? Да. Я Assassin Deadpool. А, я вижу. Всё, закончили. Там чистенько, все, идемте сюда. О, опять бочки. Сейчас вот что-то будет, велик катится, смотри, сам едет. Три, я его сейчас... Здравствуйте. О, поедь на велике. Ля-ля-ля-ля-ля. Даш, ты так хорошо на велике ездишь. Он чё, на... ты плохо ездишь, ты упала. На весь я потеряла. Давай там, где велик был, может тут что-то будет? Этот велосипед за нами пойдет. Так кто? Ты испугала меня этим великом вонючим. Так, идемте дальше. Куда ты сюда ехал? Может сюда надо? Ну да, наверное, сюда. Бочку. Бочка не берется. Это мы обратно при... Не-не-не, сейчас... О, смотри! Длинный коридор в хоррорах, это печально. Это очень печально. Это скример, по-любому. Что-то будет! Нет. Сзади! Да. Спереди! Сзади! О господи, этот ассасин был! Да что за звуки? Вот зомби-зомби бежит! Смотрите, челик бежит! За ним, за ним! Я иду за ним, идем, идем, он нас ведет! Это ребята с... Исчез. Сопровождающий зомби. Да кто? Ну что вы пугаете так резко? Все Димасы скример. У я на каре умею ездить. Так, он что-то говорит. Посмотрите на дверь, говорит. Он говорит, уходите с этого места. О, смотри, что здесь, Даш. Димас, не советую. Тут замок заклинил, да? Нет, или да? Может, надо нажать много раз Е? Нет, не работает. Подожди, может, ящики открываются? Здесь ничего. Вот здесь, да блин, там в подвал, наверное. Идемте. О, смотри, челик стоит впереди. Нет, опа, и закрылся. А, там, наверное, туалет, он срать пошел. А что, зомби какают или нет? Наверное. Они съедят людей. Ребят, напишите в комментариях, зомби ходят в туалет или нет. Мне интересно будет почитать. Ну а меня, бам, балбой. По болбу, блин, испугался, блин. Даже смешно самому. Паром. О, давай покупаемся под паром. Ой, хорошо. А, сейчас подмышки, подмышки. Так, мы тут все поклацали. Так, все закрыто, все закрыто. Спускаемся ниже, ребята, все страшнее. Смотри, кто здесь! Кто-то пришел, я... Смотри, кого-то. Один челик сбежал, смотри. А. Это он тут, короче, ходит по кораблю. Это просто туалет. Это туалет. Во, дверь открылась. А эти не открывают? Не, я проверяю все. А, Димас закрыла дверь. Ой-ой-ой. О, я возьму его с собой. О, бери. Тем более захотим кушать, мясо пожарим. Да, замечательно. О, угадал. А ну давайте здесь, точно. О, тут пароль не надо вводить? Надо, надо ключ. Не, было бы написано, введите пароль. Не, надо, наверное, ключ карту найти. Да, да, да. Вот зомби опять пробежал, да что такое, музыка классная. А почему они нас не атакуют? Что такое? Кто это? Смотри, проход наш уезжает, смотри. А, все. Ох, сколько их тут! Да руки торчали из-под земли. Они мне так пощекотали пятки, я еще хочу. А еще можно? Давайте еще мне пяточки пощекотайте. Мы, короче, все руки поотдавливали. Дэдпул, он такой же бессмертный, поэтому мы за них играем, мы ничего не боимся. Кто-то этот, кто-то пытки, пытает его. Это челик, короче. Опа, дверь открылась и закрылась. О, не, она нас через время закрывается просто. Закрыто. Машина! Ой, машина! Да что такое? Откуда тут машины? Стрёмный корабль, автомобили ездят. Ха-ха, это классно. Смотрите, там кто-то в уголку. Шевелится мужик, смотри, Даш. А, ты куда? А он мертвый. А тут еще дверь там была открыта. Идемте, идемте туда, возвращаемся туда.
Мы прошли. Пошли. А она не открывается. Ха. Вот. Совпадение? Не думаю. Вот тут тоже челик мертвый. А, живой! А не мертвый, да что? Как его? Джимен. Смотри, что я нашел, Даш. А, это ой, это ключ карта. Пошлите обратно. Открывайте не, теперь мне двери. О, а это мы обратно, да, пришли. Опять этот коридор. Там, где Димасу еще катали пяточки. Ага, понял. Значит, нам сюда где-то. А ну вот эти двери открываются или нет? Пробовать. Там вот это вот открывается. А мы нет, сюда и ходили. Нет, мы сюда ходили, да. А может... Нет, подожди, Димас, тут вот была еще дверь. А ну пошли. Мы уже запутались, ребята. Очень много дверей. Вот здесь. О, пошли. О. Кинули, я блин. Сейчас оно где-то забагается, и мы не пройдем карту. Вот, где она? Здесь, вот. А где ключ карты? А он забагался где-то. А вот он, фух, в текстурах. Вот так мы еще и не найдем. Вот туда надо. Так, приложим. О, сработало, ребята, отлично. Все. Еще ниже. Это что, многоэтажка, небоскребка, это ж корабль. А мы в корабле. Так он здоровый какой-то. Это, наверное, о, не... Смотри, еще там, ну что ты... Что за звуки? Тут видишь, пугает нас зомби, не призраками, не духами, как обычно, а именно зомби. Работает. Рупами. Заработал корабль наш, только мне кажется, он сейчас в разнос пойдет. Ой-ой-ой. Рушится корабль! Что это? Чего это с нами, ребята? Я с Дашей упал, кажется, или я сам упал? Не, это ты упал сам. Ребята, все, мы прошли эту карту. Да, вот такая вот коротенькая, но очень страшная, веселая карта. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.